Fighters Center. Okay, gentlemen, you are professional. Show beautiful harness fight. We listen to my teams. After team of feet, we don't work. Have и вот первый hands. Поединок за сегодняшний вечер. Мировой лиги Ахмат под номером 42. Где оба бойца не представляют Российскую Федерацию, нашу страну. Готов? Are you ready? Хоть и тренируется Нодар во Владикавказе, но все-таки, да, действительно, представляет он Грузию. Очень важный поединок для Нодара. И последний по контракту, кстати, в лиге WFCA. При этом нужна ему сегодня победа, он отмечал перед этим поединком. И великолепная левая рука, конечно, Нодара. Посмотрите, сейчас он кикбоксерскую комбинацию попробовал исполнить, но так корявенько. Вот что значит базовые войны. Здесь жестко. Не наткнулся, чуть не наткнулся на жесткий бэкфист. Да, жестко действовал Элену и мог бы, если бы был быть точным, то и в том числе прокинуть подобным ударом на канвас Кудахашвили. И вот, пожалуйста, да, это вот как раз есть первый тейкдаун у нас. Хелена в своей красе. Это то, что у него удается очень качественно. Физически очень сильный парень. При его, конечно, возрасте это вдвойне удивляет. Форма великолепная. И очень жесткие проходы. Да, и жесткие добивающие удары. Причем в область виска прилетело несколько ударов очень сильных. И как раз таки вот этот тот проход под нужной траекторией, от которого очень тяжело уйти. Нодар прочувствовал удары соперника. Это видно и по его лицу. Очень тяжелые удары. Ну, конечно. 4 унции, перчатка с очень серьезной стартовой скоростью. А мы видим, что Хелена очень быстрый парень. Опять же, взрывной. Удивляет этот факт, особенно если соотносить его с возрастными показателями. Все-таки не каждый боец подобного возраста может похвастаться взрывной стартовой скоростью. Ну и все-таки удары пришлись в височную область. И я вам скажу, что любой, кто был бы на месте Нодара Кудахашвили, принял бы такие удары, ощутил бы их всецело. Ну и базовый самбист Нодар Кудахашвили вынужден сейчас проигрывать в своей же игре, так как говорится. Нодар отмечал, что примерно одинаковые у них стили, схожие. Но тут он явно уступает. И вот, пожалуйста. Да, но здесь, кстати, читал, что ошибется вот именно в этом. И вот, пожалуйста, попытка удушающего от Хелено. Будет ли удушающий? Очень, по-моему, Нодар как раз контролирует этот эпизод. Именно вот подбородком он. Но в таком случае давление на подбородок тоже вот порой бывает очень тяжело выдержать. Потому что, да, вот, были случаи идет, в том числе, да, конечно же. Ломается и именно вот эта часть подбородка. Да, были случаи, и которые приводили к травме, ну и в том числе все-таки к удушению даже через подбородок. Ну и посмотрите, как грамотно душит Хелена. Он вторую руку, сил, да. Есть удушающий прием. Те самые физические показатели Хелено. И посмотрите, финиширует он Нодара Кудахашвили досрочно в первом раунде. И сразу же Хелено благодарит главу Ченской республики, героя России Рамзана Ахматовича Кадырова за то, что он заполучил возможность опять драться в Всемирной лиге Ахмат. И это возможность у него победная. Действительно, очень серьезный партер у этого бойца. И он буквально навязывает именно свой ритм боя. Хотя вот в крайнем поединке с Гасаном Умалатовым ему не удалось именно перевести соперника в партер. И там начались его проблемы. Да, так и есть. И Гасан Умалатов, конечно, боец другого уровня, как мне кажется. Все-таки боец UFC и в прошлом. Да? Сейчас он выступает уже в России. Удушающим приемом. Победа одержал. And your winner by submission victory. Досрочная победа. Дэйсон Хелено, Бразилия. Стальная ступня переводится это прозвище Педачумба. Да. Поздравляем Дэйсона Хелено. Абсолютно заслуженно. По всем статьям. Cadê o meu espírito imortal do capão? Lá